Всем привет! В эфире «Афиша» – программа, в которой все главные события культуры в столице региона собраны воедино. Все о театральных премьерах, концертах, эксклюзивных выставках и ярмарках прямо сейчас. Первым делом спешу поделиться репертуаром театра кукол на эту неделю. 3 февраля в 11 утра на сцене Центра «Патриот» театральная буфонада с волшебными превращениями «Лягушиный король». В Доме коммерческого собрания в это время волшебная сказка «Русалкин гребень». В воскресенье в 11 часов для ребят от 4 лет и старше в Доме коммерческого собрания «История храброй овечки Шарлотты», а в Центре «Патриот» в эти часы представление «Красная шапочка». Масленица – один из самых любимых праздников на русском севере. Люди радуются приходу весны, началу новой жизни и пробуждению солнца. С 5 февраля в городских музейных комплексах усадьбы Куницына и Дом коммерческого собрания начнется программа «Масленица на Псковском проспекте». Школьники побывают в гостях у масленушки, поучаствуют в развлекательной игровой программе «Масленичный разгуляй», увидят кукольное представление «Крылатый, мохнатый да масленый», изготовят открытку с масленицей. А еще узнают, как назывался каждый день масленичной недели и как его отмечали наши предки. Ну и какая же масленица без блинов? Самые румяные и вкусные в музеях на Псковском проспекте. 18 февраля музей Малой Карелы приглашает на празднование Поморской масленицы. Самый веселый праздник приготовил для нас с вами множество сюрпризов. В этом году нас вновь ждут взятие детской и большой снежной крепостей, кукольное представление «Петрушка», крестьянская масленичная комедия, ледовый столб, кулачные бои и, конечно же, выпекание блинов и угощение ими, а также удивительное гадание с блиночками. Встречаемся 18 февраля на горах покататься, да в блинах поваляться. Начало в 11:30 на территории Каргопольско-Онежского сектора музея. Пару слов о самых популярных выставках, которые стоит посетить. В усадебном доме Екатерины Плотниковой до 18 февраля представлена коллекция антикварных и винтажных кукол 19-20 веков «Игрушки моего детства». Выставка знакомит посетителей с историей кукольной промышленности в России и за рубежом. Каждая игрушка уникальна, со своей особой историей и судьбой. Первый в Архангельске частный музей автомобильной и мотоциклетной техники приглашает всех желающих оценить коллекцию уникальных ретромобилей и сделать фото на память. Адрес музея: улица Воскресенская, 19, рабочие дни с четверга по воскресенье с 11 до 19 часов. 12 февраля в 18:30 в ОГКЦ состоится концерт «Юбилейная кадриль», посвященный столетию со дня рождения выдающегося балетмейстера Ивана Захаровича Меркулова. Иван Захарович был главным балетмейстером Северного хора долгие годы. Он автор целого ряда танцевальных постановок, которые входят в золотой фонд прославленного коллектива. Вы увидите их на концерте «Юбилейная кадриль». Телефон кассы 20-38-76 и 20-39-19. Дорогие друзья, не забывайте, лучший способ отплатить за удивительный миг – просто насладиться им. Чаще выходите в свет и радуйтесь новому и прекрасному.